Тем временем в округе запустили краудсорсинговый проект «Демография Югры». В отличие от традиционного, здесь собирают не деньги, а идеи. На портале «Открытый регион Югра» можно предложить свое решение демографической проблемы. Проект будет работать до конца недели, после чего лучшие предложения югорчан отберут для дальнейшего обсуждения. Итак, что нужно сделать, чтобы в Югре росла продолжительность жизни и повышалась рождаемость? Как привить принципы здорового образа жизни и поддержать семью? С этими вопросами наша съемочная группа вышла на улицу. Больше детских центров, больше спортивных площадок для детей, то есть чтобы рождаемость, соответственно, чтобы детей было куда отдавать, чтобы люди стремились к тому, чтобы рожать детей, чтобы наследие оставлять. Выплачивать побольше пособий детских детям, родителям выплачивать побольше детских пособий. Тогда будут рожать, и побольше квартирный вопрос нужно решать. Уже вроде уже есть такие программы по поводу квартир. Вот. По ипотеке хорошие программы, очень комфортные условия, сами воспользовались.